Так, значит, что тут у нас произошло, пока камера была выключена? Направленные стрелы. Тут убили волка, Волфрайдер умер. На, балдей. О-о-о! И тут дварф, которого освободили от присутствия монстров, обнаружил победную скрытую гигантскую дверь в подземный город дварфов. Подожди. Злодеи выиграли! Подожди, давай. Секунду, я приду. Я бы все-таки сделал, что оттуда монстры не уходят, потому что иначе как-то... Ну, тут достаточно легкие эти, в принципе, игры. Мы почти всегда выигрываем и как-то там открывается дверь. Гэндальф. Угадай, что он говорит. You shall not pass. И мы деремся с ним. Ага, завалим Гэндальфа. Да. Так, надо открыть дверь. Одну. Там, Гэндальф иначе не поместится. Не знаю, я уже обе открыла. Может, она и была сломана, но, в общем, та-да-да-дам. Беги ко мне! Да. Так, убей их всех и беги за мной! Ну, в общем, как-то так. Не, ну, на самом деле, может быть, дольше, если, например, эта дверь будет где-нибудь внизу. Да. Она кладется в определенное место. Да? Да. Потому что иначе было бы... Ну, то есть ее можно класть дальше, чтобы было дольше. Просто она кладется, чтобы она была после одного и того же тайла в обеих стопках. То есть, значит... Ну, на одинаковом расстоянии. Может, на одинаковом расстоянии. Мне кажется, что ты что-то перепутала, когда тусовала тайла. Нет. Я специально считала. Шестое я нашла. И у вас, и у нас. Мне кажется, что у нас она нашла седьмой. Нет. Ну, здесь просто, смотри, мы заходили первыми, и получается... Я тоже удивилась, но... Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Раз, два, три, Но это потому, что я положил ее. Это шестой уже после того. Да, после нас. Ну, вот это у вас шестой ваш. Так он же доставал два тайла из колоды. Он нижний положил под низ. Он вверху все равно был. Так это потом уже было, да. Так что все правильно. Не может быть так быть просто потому, что мы ходили первыми. Я тоже удивилась, но я не знаю. То есть, если мы ходили первыми, то шестой тайл был должен быть первый. Может, вы не каждый раз открывали. Нет, ты ходил первым, потом по левую руку от тебя. Вы, наверное, как один раз не открыли, может Да, вот тут вот не открыли вы дальше, просто ты отошел. А, тебя... Меня сдвинуло! Нет, меня сдвинуло! Все, теперь меня сдвинуло этим, каунтером. Да, то есть я тоже пыталась понять, почему так, у меня там даже я специально взяла... Зачем я это прочитала? Да. Я специально взяла билку, которая позволяет открыть еще одну дополнительную штуку, но она мне не понадобилась. Мы и так первое открыли. Да, потому что за счет того, что тебя открыли. Временов тогда? Раз. Да, давайте ревенофт. То есть это все сложить, это я останавливаю.